Пожар у нас тут. Я уже вызвал. Уже все, подъехал. Дядя Олежа вызвал пожарных. Все будет good. Вовремя подсветились. В квартире воняет, как бы я все подключал. Так, квартира горит, но там, скорее всего, какое-то одеяло. Он будет подниматься к нам. Мы уже в коридоре не будем снимать. Так что вот такой краткий репортаж. Да что с этим? Я с плотом. Давай, подожди. Пускай не снимать не дают лестницу на улицу. Сейчас будут поднимать. Как бы двери теплые, значит, что-то горит. Пошла лестница туда. Сейчас мой матизик еще там припечатает. Пожарные, конечно, молодцы, респект. Где-то 5 минут, наверное, меньше. Да нет, за 2 минуты они приехали. Где-то 2 минуты вот жена горит. Через 2 минуты после того, как я вызвал, приехали пожарные. Очень оперативно, молодцы. Так что в Бресте люди, не бойтесь. Вызовут вам пожарную и очень быстро приедут. Когда у меня машина горела, я в магазин не успел сходить, вышел, ее уже пожарные потушили. То есть очень быстро реагируют у нас пожарные, молодцы. Ну вот, вроде и все разобрались.